Знакомьтесь, это учитель Ксения, и именно она тебе расскажет, как это все делать в своем блоге. Также она знает именно тебя лучше, чем твои родители, и даже лучше, чем твои друзья. В общем, если ты хочешь узнать абсолютно все школьные тайны, тогда переходи к ней в блог, и за подписку она с тобой бесплатно поделится. Короче, ребята, вы все массово проголосовали то, что хотите увидеть милый пранк, и я решил сделать пранк песни над моей подругой. В общем, смотрите следующие истории. Не сойдет огонь во храме Его, я разлюблю тебя, походу, уже никогда. В смысле, когда это закончится? Никогда, мы ведь навеки вечные, аминь. Спустя 100 лет, 100 миль, вдвоем стабильно. Вот это стиль. Когда 100 параллельный пересекутся, знаю, даже тогда, никогда наши судьбы канаты не порвутся. Я разлюблю тебя, когда исчезнет слов. Я разлюблю тебя, когда исчезну города, и не сойдет огонь во храме Его. Я разлюблю тебя, походу, уже никогда. Я разлюблю тебя, когда исчезнет слов. Я разлюблю тебя, когда исчезну. Друзья, сейчас я хочу помочь людям, которые нуждаются действительно в финансовой поддержке. Если вы хотите зарабатывать очень много денег на ставках, тогда я вам рекомендую именно этот каперский проект. В общем, там дают самые четкие математические прогнозы. Свайпайте вверх и, как всегда, ставьте только с моими... Ребята, запомните навсегда, я никогда не забываю про свои конкурсы и никогда не забываю про свои отличия. В общем, вот человек, который нашел первый правильно все 7 отличий за сегодня. И также проголосуйте, что вы хотите получать в дальнейшем за отличия. Это или же пиар, или же деньги. Также, ребята, сегодня весь вечер я буду отвечать на все ваши самые интересные вопросы. Так что прямо сейчас пиши сюда, что тебя интересует. Возможно, я выберу именно твой вопрос и на него отвечу в историях. В общем, поехали. Свою страницу в Инстаграме я начал активно вести с сентября. И в обуви я вообще не выбираю никакого предпочтения, поскольку это все личное. Лично я ношу Easy Boost, это самая любимая моя обувь. Также очень много брендов типа Nike и Adidas. Отношение чисто нейтральное, поскольку его песен нет в моем плейлисте, но я под них снимаю истории, также их очень много в Инстаграме, так что хайповая музыка. На самом деле я смотрю только лучших блогеров, которые только есть, и я просто не знаю, какие самые худшие из них могут быть.